что такое День Победы? Это день, в честь которого мы победили. Это день, когда была большая война с фашистами. И победила Россия. Это праздник, когда идет парад. День Победы – это праздник, когда мы победили фашистов. Это день, когда наши русские войска выиграли. Наши военные победили немцев. Этот праздник принято поздравлять тех, кто участвовал в этой войне. Ветеранов, детей войны, бабушек, дедушек и всех, кто... пережил войну и воевал войну. Дедушек своих. Можно поздравлять всех, потому что если бы наши родные не выжили в бою, тогда бы не было нас. Что ты знаешь о Великой Отечественной войне? Великая Отечественная война началась 22 июня, а закончилась... 9 мая. Длилась война 4 года. Я знаю, что это самая долгая война во всей истории. Это была самая большая война, и фашисты захотели править нашей страной и думали, что должна только их страна остаться, а все остальные страны хотели уничтожить. Фашисты – это плохие люди. И они хотели... всех убить и забрать всю планету, ну все города. И они чуть не добрались до Москвы. Когда в лагерях враги фашистов в них приходили, они пытали всех, кто в лагере. Много погибло. В эту войну немцы напали без предупреждений. Наши солдаты не успели приготовиться, поэтому они... созвали всех людей, они им помогали. Заряжали всякие там танки, пулеметы, гранатометы. Даже рабины ставили под землей. А кто не помогал, делали на заводе всякие бомбы. Бабушки и мамы, они помогали делать патроны. Моя бабушка была на войне, когда была маленькая. Она бежала от фашистов. Мой прадед был на этой войне. Воевал и защищал нашу землю. Мои два дедушки, они были танкистами, они тоже воевали. Мне рассказывали то, что мой дед наступил на бомбу, но при этом не умер. И его считали очень сильным.